Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск 1.4.36. Итак, новые карты и мобов собираются добавить уже в начале будущего сезона, а конкретно 21 декабря. И именно тогда, как мне кажется, добавят в игру шахматы. За 14 сезон мы получим облик на Фашу, конечно, те, кто достигли хотя бы звания мастера. Сильвана будет получена через карту. Заходишь 14 декабря, получаешь карточку, а после 17 декабря в новом обновлении получишь самого героя. Да, вот теперь, имея точную инфу в письме, я могу сказать обновление 17 декабря. Скины. Названия будут на кривом английском. Сильвана – Hallowed Lands. Появится вместе с Сильваной 17 декабря. Будет стоить 269 алмазов. Про скидки все знают, не буду повторять. Иксборг – Moto Drifter. Появится 19 декабря и будет стоить 599 алмазов. Наконец-то скин на играбельного героя, который давно вышел. Клауд – Рождественский карнавал. Появится 23 декабря. Стоит порядочно 749 алмазов. Баданг. Облик Сусано. Радостно взвыли фанаты Наруто. Будет доступен 26 декабря ценой в 749 алмазов. Магазин фрагментов. 17 декабря редкие фрагменты. Уберут Аврору, Червонную Королеву, а добавят кибероператора Гассена. Фрагменты героев. Уберут Фанни, Грок, Харит, Кайя, Алдас, Клауд, Томус и Иритель. Добавят Белерик, Иксберг, Фаша, Сан, Баданг, Валир, Ханаби и Гвиневра. Чё-то я решил не склонять имена, чтобы не путаться. Добавят статуи Валира и Гвиневры. Ну и добавят несколько раскрасок, которые путаются со скинами при халявном получении. Изменения героев. Ван-Ван. Ульта. Теперь навык будет атаковать всех ослабленных героев, то есть с пораженными метками в своем радиусе. Хотя в игре есть баг, когда Ван-Ван даже сейчас атакует несколько целей. Возможно, успею показать в багульне. Фаша. Оптимизировали описание навыка превращения в птицу. Очень ценная информация. Маша. Ульта. Решили, что переборщили с сапом брони. Теперь урон будет уменьшаться не на 30-50%, а лишь 25-35%. Ну хоть что-то за место отобранного КД. Бакси. Первый навык. Опять откатили оглушение с 1-2 секунд до 0,75-1,5 секунды. Ульта. Вернули силу замедления с 30 до 15%. Честно скажу, такие изменения методом тыка крайне непрофессиональный подход отдела. Бахнуть баф, потом крайне уменьшить, потом среднее значение выставить. Это нащупывание методом тыка. А что там с Бальмондом, Саном, Фрей? А? Все нормально? Ну, продолжаем. Линг. Базовую атаку снизили обратно. Была 130, будет 125. Второй навык. Бонус атаки уменьшили на 5%, теперь только 60% дает. Вот тоже, по сути, проблема в ульте, которая сейчас просто идеальный эскейп и атака одновременно, да еще и с контролем. Так нет же, все в порядке. Ханаби. Подняли дальность базовой атаки с 4,8 до 5 ровно. Иксберг. Базовое ХП увеличили с 1038 до 1078. Фанни. Второй навык. Вернули стоимость энергии обратно, добавив единичку. Я клянусь, я себя попугаем чувствую. Плюс один, минус один, плюс один, минус один. Кормила. Пассивка. Убрали баг, о котором я рассказывал в прошлом обновлении. Первый навык. Перезарядку уменьшили. Была 12-10 секунд. Теперь будет 10 секунд для всех уровней. Ульта. Уменьшили расстояние с 6 до 4 корпусов. Стартовый эффект замедления увеличили с 60 до 90%. Время замедления увеличили с 2 секунд до 5 секунд. Вроде и урезали, а вроде и улучшили. Она же ближник с огромной скоростью. Сессилион.
Первый навык. Базовый урон увеличен на 25. Теперь наносится двойной урон и тем врагам, которые почти в упор к Сесилиону. Вот это хорошее изменение. Теперь хоть чем-то он сможет отбиваться от милишников. Ульта. Теперь скорость бега повышается до 60%, а потом постепенно снижается до 30% в 2 секунды. Чего я раньше не замечал, это небольшого сплэша ульты, то есть он может задевать близко стоящие цели. Сильванна. Ульта. Раньше КД было 45-40 секунд, уменьшаясь с уровнем. Теперь будет 45 секунд на всех уровнях. Белерик. Первый навык. По описанию много чего написано, запутанного и чего нет по факту. Так что я опишу как есть. Первый навык дамажит дважды. Первый урон замедляет, второй урон провоцирует атаку. Второй навык и ульта теперь не работают как провокация, а жаль, был бы интересный танк с необычным геймплеем. Пассивка. Уменьшили урон. Было 200-410, а будет 150-360. Дополнительные навыки. Огненный выстрел. Вернули навыку отталкивания. Да ладно, а нафиг было вообще убирать? Как отдельный выстрел, навык полное юзло. Прибытие. Оптимизировали визуальный эффект. Ну, а на этом все. Рассказывал Зверько. Если видео понравилось, подписывайся на канал и делись им с друзьями, а со мной впечатлениями. Удачи, друг! Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Just like a spark that's breaking out, can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt.